Баскетбол – лучшая игра с мячом на планете Земля. В эфире тележурнал «Вид сверху». Выпуск 11. Поехали! И в ближайшие полчаса. Баскетболисты обещают рассказать все, когда закончат карьеру. Форвард Нижнего Новгорода Вадим Панин готов на открытый разговор. Прямо сейчас. Евролига. Нижний Новгород. Твоя команда. Я могу сказать, что я начал искать команду только после того, как поговорил с Зораном. Баскетбольные звезды России против звезд остального мира в феврале в Санкт-Петербурге. Узнали, кто поедет? До личной встречи они не знали поражения в единой лиге ВТБ. Уникс ЦСКА. Останется только один непобежденный. Добро пожаловать в Казань! Не проиграв ни разу в единой лиге ВТБ, к середине декабря оставались лишь две команды – «Уникс» и «ЦСКА». Личная встреча лидеров турнира собрала внушительную аудиторию в баскет-холле. Димитрис Прифтис против Димитриса Итудиса. Греческие разборки. Лучшая защита против лучшего нападения. Игра с «ЦСКА» – это всегда мотивация. Мне кажется, что с кем бы они ни играли, они являются раздражителем абсолютно для всех, и все хотят их победить. Вот. Поэтому мы не исключение. ЦСКА дважды предпринимал попытки уйти в отрыв. К середине второй четверти команда Димитриса Итудиса обозначила двузначное преимущество – 43-32. Казанцы удерживались на плаву за счет импульса со скамейки. В первом случае это был Антон Панкрашов, во втором – дебютант Морис Ндур, который удивил соперника своей агрессией и мобильностью под кольцом. Новобранец Казани ярко заявил о себе. К большому перерыву «Уникс» уступал всего 4 очка – 45-41. До игры мы посмотрели видео и сделали, выполнили то, что от нас хотел тренер. Мы использовали слабые места «Уникса» в нападении и в защите мы играли агрессивную игру. И еще одна личная дуэль этого матча – Хоаким Калом против Серхио Родригеса. Испанские разборки. В четвертой четверти оба подошли со скромными показателями – 6 и 2 очка соответственно. Но именно армейский испанец внес перелом. Первый трехочковый от Родригеса надломил «Уникс», а второй подряд уже как контрольный выстрел. Панкрашов. Хайнц против него защищается. И здесь уже не проходила эта передача на Ласме. Страховалась, а Родригес... Серхио воспламенился и вторую подряд треху завалил. Вся игра была равная, да, и я думаю, что... То, что в четвертой четверти проиграли несколько подборов своих, да, и ЦСКА, получается, после этих подборов нападения забил трехочковый и сделал этот кандигап, после которого сложно было уже вернуться в игру. Я чувствовал себя в своей стихии. Ритм нашей игры утомил соперника к концу матча, и мы смогли извлечь из этого пользу. Были хорошие пик-н-роллы. Это большая победа для нас. И мы сохраняем первое место в единой лиге ВТБ. ЦСКА взял ситуацию под свой контроль, а чуть позже Родригес повторил фокус. С той лишь разницей, что на попадание ушли 40 секунд. 85-71. Повторить чудо, сотворенное неделю назад в поединке с «Химками», казанцы не смогли. ЦСКА наносит «Униксу» первое поражение в сезоне и остается единственной непобежденной командой регулярного чемпионата. Российские баскетболисты обещают говорить правду, когда закончат карьеру. Вадим Панин чуточку смелее. Он будет говорить правду прямо сейчас. Клянешься ли ты говорить правду и только правду? Честная баскетбольная. Вадим Панин. Баскетболист, который играл, наверное, всегда. Ты, наверное, рекордсмен. Ты понимаешь, о каких рекордах я говорю? Да, о смене клубов. Больше тебя, не знаю, ближайший преследователь, наверное, Антон Панкрашов. Он меняет команды почти каждый год. И у него команд меньше, чем у тебя. Сколько вообще команд было в твоей карьере? Ну, я так думаю, около 10. Если не считать возвращения. Ну, это, наверное, все зависит от баскетбола и от команды. Так получалось, что-то не срасталось с командой или что-то предлагали, то, что мне не подходило. Я хотел, например, когда я был молодой и... Мне предлагали остаться сидеть, я выбирал путь играть и уезжал. Так я, например, выбрал путь своего Владивостока, уехал. И я об этом не жалею.
Сейчас мировой баскетбол немножко в шоке от Лос-Анджелес Лейкерс. Играет Бол, а отец Бол руководит им. Он рассказывает, как тренеру тренировать, как президенту руководить клубом, как игрокам играть. Он говорит, игроки плохие, они не знают, как использовать моего сына. Когда ты начинал свою карьеру профессиональную, твой отец приходил на тренировки и не стеснялся высказывать свое мнение. И ходят легенды о том, что он говорил, мой сын должен играть в Лос-Анджелес Лейкерс, а не здесь. Это бред. Я думаю, папа про Лос-Анджелес Лейкерс не знал. Ну, мог, наверное, сказать НБА или еще что-то, но я думаю, он адекватно оценивал все. И... А по поводу... Подожди, он говорил, мой сын должен играть в НБА. Может быть. Я думаю... А ты уехал во Владивосток. Это близко, конечно. Любой отец хочет, чтобы его сын играл в НБА. Если он действительно он верит в своего сына. И он хочет этого, а дальше посмотрим. Я думаю, он сделал все для этого. Может быть, я где-то не очень хорошо старался. Старался лучше, мог бы играть в НБА, наверное. Ты доволен своей карьерой? Да. В НБА не играл. В сборной не играл. Повторю вопрос. Ты доволен карьерой? Да. Чем запомнится Вадим Панин как баскетболист? Ну, кроме того, что он переезжал с места на место. Своей хорошей игрой в защите. Те, кто играет хорошо в защите, в сборной играют? Почему со сборной не получилось? Ну, сборная играет, я согласен, сборная играет лучше 12 человек. Наверное, мои позиции были люди, которые были чуть лучше меня. Но это не значит, что я плохой баскетболист. Ты так скромно говоришь, чуть лучше меня. Может быть, не чуть, хорошо. Они были достойнее меня в этой сборной. Может быть, я не приложил достаточно усилий. Но это не значит, что я плохой баскетболист. Я не говорю, что ты плохой баскетболист. Плохого баскетболиста мы не зовем. Это радует, спасибо. В честное баскетбольное. А в какой момент ты понял, что мечты о сборной можно отложить? Хороший вопрос. Ну, наверное, тогда, когда меня не пригласили. Я помню, меня пригласили на сбор с братом, с Блатом. И после этого не пригласили, наверное. После этого я понимал, что тяжело туда попасть. Это было разочарование? Ну, наверное, в какой-то мере, да. Но я сам в этом виноват. Ты в Нижнем Новгороде в этом сезоне должен был быть доминирующим лидером. Опыт, умение. Ты уже работал с Лукичем, ты был лидером этой команды. А сейчас тебя нельзя назвать прямо доминирующим лидером? Я не такой человек, который, например, могу сравнить там себя... Не могу сравнить, а пример привести с Кидом Лэнгфордом, который может взять мяч и просто пятерых обыграть. То есть мне нужно как-то это в системе найти свою игру. И сейчас мы строим новую команду, и, наверное, может быть, где-то эта проблема. В какой момент ты понял, что ты уже взрослый, опытный игрок? Может быть, в тот момент, когда перестал жевать майки? Нет, жевать майки – это не от этого, не от опыта. Чтоб лишнее не сказать. Если ты хочешь сказать лишнее, жуешь майку и ловишь дзен. Ну да, примерно так. У меня в Униксе была история в первый год. Тренер Пидулакис думал, что я очень молодой. Когда у нас был выходной, я сказал, что мне надо слетать к семье. Он сказал, ты женат? А я сказал, да, у меня и дочка есть. Он говорит, сколько же тебе лет? Когда я ему назвал свой возраст, он думал, что мне 25 и меньше. Поэтому, наверное, тогда я понял, что я немножко опытный уже стал. Вот сейчас один момент. Просто эта история, ты так рассказываешь, ничего особенного. То есть главный тренер... Серьезной команды. Не знал вообще, кто такой Вадим Панин. Он возраст его не знал. Думаю, что это за тренер? Я думаю, он вообще русских игроков плохо знал, поэтому. Как он вас различал? По номерам. Самый необычный тренер в твоей карьере. Ну, наверное, нынешний сейчас тренер. И в чем его особенность? Ну, я помню знакомство с ним, как мы первый раз поговорили по телефону. Я в Химках играл, было после сезона. Так получилось, что у меня, ну, свелись, то есть нам созвонились, я уже отдыхал, по-моему, на море. И он сказал, привет, привет, и мы с ним начали говорить так, как будто, не знаю, старый знакомый. Он спросил, ну, давай расскажи, что ты про меня знаешь. Я говорю, ну, знаю, вот что, тренировки тяжелые. Он говорит, ну, да, это есть, но все честно, зато если ты заслужишь, ты будешь играть. И тогда как-то это, не знаю, не подкупило, что ли, как-то, не знаю, сблизило с ним, когда ты говоришь, в принципе, с главным тренером наравне, и он тебе говорит правду. У тебя был конфликт с Пашутиным? Конфликт?
Ну, смотри. Я перефразирую. У Пашутина, тренера, был конфликт с игроком Панином? Позовите его на программу, спросите. Он вам расскажет. Ты уходишь от ответа. Ну, я не могу отвечать за него. У меня с ним не было конфликтов. Но при этом все рассказывают о том, как вы с ним выжигали искру. Ох, ничего себе. Это сказки. Сказка Нижнего Новгорода. Золушка выходит в финал Единой Лиги ВТБ. Вы обыгрываете всех, играете в финале и следующий год Евролига. Ты собираешь вещи, уезжаешь в Казань. Почему? Я не один уехал. Говори за себя. Евролига! Нижний Новгород, твоя команда. Я могу сказать, что я начал искать команду и понял, что я не останусь в Нижнем только после того, как поговорил с Зораном и узнал, что он уходит оттуда. И только после этого, когда я понял, что не останусь в Нижнем, я начал искать команду. Что ты будешь делать первым? Первым делом сделаешь, когда закончишь карьеру и, не знаю, попьешь гвоздь и повесишь туда кроссовки. Первое, что ты сделаешь в статусе пенсионера? Приеду домой и поцелую дочерей, скажу, что я останусь. И скажу, что не улечу утром. Как обычно, когда я прилетаю на выходной, укладываешь дочерей. Ну, старшая как бы понимает, младшая еще нет. Когда укладываю вечером, говорю, все, папа утром улетает, не увидимся. Увидимся на следующий выходной. А следующий выходной неизвестно когда. Спасибо за откровение. Пожалуйста. В победу Нижнего Новгорода над Химками верили только самые преданные болельщики черно-белых. Но в составе нижегородцев нашелся настоящий герой. Стеван Яловац провел свой лучший матч в Единой Лиге ВТБ. 32 очка, 5 из 7 издали, 11 подборов. Яловац чуть было не подарил своей команде победу над фаворитом. Но... Алексей Швед. У Подмосковья свой супермен. 20 очков за первую половину, 34 за вечер. Личный рекорд результативности. И та самая треха, которая перевела матч в овертайм. И все это сразу после получения титула самого полезного игрока 11-го тура в Евролиге. Швед обыгрывает Нижний Новгород в овертайме 90-87. Коллекция подвигов продолжает пополняться. Крайне результативный матч вышел и в Саратове, где «Автодор» и «Зенит» на двоих набрали почти 200 очков. Победа осталась за питерцами, в составе которого сразу три игрока набрали 20 и более очков. У Сергея Карасева и Дрю Гордона по 20, на счету Кайла Курича 22. Одного очка до 20 не хватило Демонте Харперу. Высокая результативность лидеров позволила сине-бело-голубым впервые в сезоне набрать больше 100 очков – 107-92. А вот «Локомотив» представить в таком матче просто невозможно. Команда Саши Обрадовича играет исключительно от защиты. Бедная «Астана» на своем паркете испытала кислородное голодание. Кое-как набрали жалкие 50 очков и на своей площадке познакомились с лучшей защитой турнира. «Локо» пропустил 5 очков за заключительную четверть и выиграл 83-50. «Парма» набрала 77 очков, но это не помогло «Пермякам». Те пропустили от «Енисея» 96, позволили Энтони Хиллиарду провести лучший матч сезона, набрать 29 очков и позволить своей команде впервые за полтора месяца победить. Борьба за попадание в плей-офф только разгорается. А теперь я бросаю свой вызов Евгению Валиеву в Санкт-Петербург. Да вы что, издеваетесь? Вызов брошен. Всем привет, это Евгений Валиев, форвард баскетбольного клуба «Зенит». Андрей Кащеев бросил мне вызов. Мы сейчас посмотрим, что из этого получится. Андрюха, для тебя с первой. Ух ты, как рядышком-то, а! А он с какой забил попытки? Эх, Андрей, Андрей, подставил ты меня. А теперь я бросаю вызов Дмитрию Кулагину из «Локомотива». Давай, Димарь, для тебя. Хорошо. Надо подкачаться чуть просто. Сейчас все получится. Что-то силенок не хватает. Да ё, давай засчитаем, а? Просто у нас сиденья не очень удобные, походу. Или у меня ассистер плохой.
Есть же! И не забывайте выкладывать собственные вызовы в социальные сети с хэштегом «Вызов брошен». Мы найдем вас, оценим и даже лайкнем. Падения, промахи, эпичные передачи и всевозможные неудачи. Все это баскетбольные смешные. Мы созданы, чтобы показать веселую часть лучшей игры с мячом. Поехали! Виталий Лютыч из Енисея очень удивлен судейским свистком и не скрывает свои эмоции. Виталий, следующий матч вам придется играть на выезде против Химок. Что скажешь? В нашей традиционной рубрике «Война игроков и колец пополнения» на сторону баскетбольного оборудования переходит Дрю Гордон. Он не дает мячам проваливаться внутрь. Однако перебежчиков в новом лагере еще не приняли и по традиции отомстили за мощные данки, которые так любит американец. Малыш Джастин Робинсон из «Автодора» осваивается в России и перепутал баскетбольный «Зенит» с футбольным. Показал гостям из Питера прием в стиле Серхио Рамоса. Хорошо, что до испанского оригинала американцу пока еще далеко. А теперь вопрос. Что пытался сделать в этом эпизоде Забиан Даудал? Бросок или передача на Сулеймана Брайма? Отвечает Виталий Лютыч. Центровой «Автодора» Артем Клименко мой тереет не по дням, а по часам. Всегда бьется до конца, не боится соперников, а самое главное – держит удар. Во время баскетбольных матчей игроки всегда находятся под прицелом. И не только телекамер. И отдельно отметим танцевальные номера в Казани. Приглашенные танцоры показывают, баскетболисты пытаются повторить. Антон Панкрашов – хорошая попытка. Баскетбольные смешные порадуют вас новой порцией забавных моментов ровно через неделю. Мы надеемся, что вы зарядились позитивом лучшей игры с мячом. Пришла зима, регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ в разгаре, а значит, до самых ярких выходных года осталось совсем немного. Зимой 2017-го в Сочи состоялся первый в истории Единой лиги ВТБ матч звезд. Концерт L1, звезды шоу-бизнеса на трибунах и много красивого баскетбола. В феврале 2018-го история повторяется. На этот раз звездный уикенд переезжает из субтротиков на север, в Санкт-Петербург. Формат матча звезд остается неизменным. 17 февраля во дворце спорта «Юбилейный» на паркет выйдут звезды России против звезд остального мира. Состав участников определится так же, как и в прошлом году, в два этапа. На первом голосовать будут болельщики в социальных сетях. Они выберут из каждого клуба по одному российскому и иностранному игроку. В результате сформируется список из 78 претендентов. Дальше проголосуют ведущие российские средства массовой информации, которые оставят в каждой команде по 12 человек. Последнее слово будет за лигой. Организаторы смогут предоставить wildcard двум игрокам каждой команды. Прошлый матч звезд прошел во дворце спорта «Большой» и собрал аншлаг 12 тысяч зрителей. Болельщики обеспечивали шумовую поддержку, игроки отблагодарили их по полной. В напряженном матче победила сборная России. Настоящий праздник для ценителей лучшей игры с мячом. И это в городе, где никогда не видели большого баскетбола.
Другое дело Санкт-Петербург. Баскетбол здесь любят, и почти на каждом матче «Зенита» стадион забит под завязку. И пусть юбилейный уступает сочинской арене по вместительности, шикарная поддержка игрокам обеспечена. Организаторы «Звездного уикенда» уже объявили цены на билеты. Самый дешевый можно будет приобрести за 1500 рублей. Самый дорогой – 35 тысяч рублей. Представленный логотип грядущего матча «Звезд». Яркому событию – соответствующая афиша. Единая лига ВТБ сохранила единый дизайн логотипа, но без узнаваемых атрибутов города, разводных мостов и здания Адмиралтейства никуда. В 2018 году организаторы обещают первоклассное шоу на стыке баскетбола и искусства, ведь Санкт-Петербург еще и культурная столица. Неизменными останутся и конкурсы. Сергей Карасев сможет попробовать защитить титул лучшего снайпера на родном паркете. Если рискнет, конечно. А вот победитель данк-контеста прошлого сезона Янис Тима повторить успех уже не сможет. Он покинул единую лигу ВТБ и теперь радует испанских болельщиков. Без паники. Его с радостью заменят сразу несколько прыгучих парней. Например, Дрю Гордон из «Зенита». В нынешнем сезоне он уже не раз заявлял о готовности участвовать в конкурсе. Правда, пока не словами, а только данками. Зато какими. Форвард «Химок» Тайлер Ханикот известен своими полетами по обе стороны Атлантики. У американца достаточно опыта, он успел поучаствовать в конкурсах по броскам сверху во время выступлений в Израиле и Турции. В прошлом сезоне он забивал через пятерых. Другой кандидат – Майка Даунс из «Автодора». Почему бы не посмотреть на этого любителя завершать алиупы в действии? Наверняка у него в запасе есть парочка особенных данков для подходящего случая. И последний штрих предстоящего матча звезд – ведущий. Так же, как и в прошлом году, дирижировать происходящим будет Иван Ургант. Добро пожаловать на борт, Иван! 17 февраля, Дворец спорта «Юбилейный», Санкт-Петербург. Уже не тропики, но будет так же жарко. Баскетбольный сезон в разгаре и продолжает набирать обороты. Пристегните ремни, поехали! Настало время самых горячих моментов недели. Открываем хит-парад в Казани, где ЦСКА нанес Униксу первое поражение в сезоне. Кайл Хайнц точно знает, что делать над кольцом соперника. Получил мяч – бей сверху. Проще простого. Кайл Хайнц, ЦСКА Москва, 10 место. На 9-й строчке «Человек-сирена» Антон Панкрашов. Неважно, сколько времени осталось на счетчике, просто дай мяч Антону. Без лишних раздумий. И точно в цель. 3 очка. Антон Панкрашов, Уникс Казань. Восьмое место. Реактивный Иван Ухов. Перехватил мяч у зазевавшегося соперника и умчался в быстрый отрыв. Украшение эпизода. Эффектный данк в концовке. Главный тренер Николай Смазурс одобряет. Иван Ухов, Парма, Пермь. И остаемся в Красноярске. Коди Миллер-Макентайр. Маэстро быстрых атак Пармы. Увидел прорвавшего оборону Енисея Ивана Ухова. Выдал шикарный пас. Легкие 2 очка. Коди Миллер-Макентайр на Ивана Ухова. Парма, Пермь. 7 место. Дрю Гордон давно приучил соперников, у него на пути лучше не вставать. Получил мяч от Демонта Харпера и пошел на взлет. Поберегись, слэм-дан. Дрю Гордон, «Зенит», Санкт-Петербург, 6-я строчка. Джастин Картер сам себе. Быстрый отрыв. Американец взял подбор на своем щите, прошел сквозь оборону «Локомотива» Кубань, как нож сквозь масло. Вишенка на торте, эффектный данк. Саша Обрадович пусть и смотрел из первого ряда, зрелищем остался недоволен. Джастин Картер, Астана. Казахстан, 5 место. Не усложняй, в Саратове все просто. Майка Даунс на Брэндона Фрейзера. Завис в воздухе и выдал классную передачу набегающему Иоанну Хаммеру. Мощный данк, получите, распишитесь. Иоанн Хаммер, Автодор Саратов,
четвертое место. Третья строчка и триллер в Химках. Хозяева дожали Нижний Новгород в овертайме. Малькольм Томас продолжает радовать зрителей фирменными данками. А вот Дмитрий Узинский не очень рад. Еще одна жертва в списке американца. Малькольм Томас, Химки, Московская область. Энтони Хиллер поставил жирную точку в победе Енисея над Пармой. Защитник красноярцев ушел от Коди Миллера Макинтайра и не пощадил Трей Маклина. Постерданк, сибирский стиль. Энтони Хиллиард, Енисей, Красноярск. Второе место этой недели. И Алексей Швед этой недели. Химки были в шаге от провала в матче с Нижним Новгородом. Спас команду Алексей Швед. Джеймс Андерсон смазал бросок, сам взял подбор и вспомнил, кто здесь супергерой. Нижегородцы забыли Шведа на дуге и дорого заплатили. В таких ситуациях Швед не ошибается. В яблочко, прямо в цель за 2,5 секунды до конца. Алексей Швед, Химки, Московская область. Первое место. И на этом все, друзья. Увидимся через неделю. И помните, баскетбол – лучшая игра с мячом на планете Земля.